Уходящий 22-й год, безусловно, войдет в историю как год грандиозной катастрофы, как год очередного разворота нашей страны к новой, пока неизведанной трансформации. Результаты этой трансформации, наверное, мы увидим, или, по крайней мере, кто-то из нас увидит в ближайшие годы. Но нам остается все это только наблюдать. Пока мы прощаемся с этим ужасным 2022 годом, мы по привычке ожидаем от грядущего 2023 года чего-то хорошего, волшебного, необычного. И, пожалуй, я присоединяюсь к этим ничем не обоснованным ожиданиям. Я, наверное, как и вы, тоже устал от того, что изо дня в день мы наблюдаем, как все становится плохо и, судя по всему, будет еще хуже. Есть такая защитная реакция у человека, он, когда ему совсем уже плохо, начинает думать только о хорошем. Так давайте начнем верить в лучшее, даже безосновательно верить в лучшее, верить в чудо, верить в то, что вот проснемся мы завтра, 1 января вечером, отряхнем с бровей оливье, а случилось чудо. Ну, например, Дедушка Мороз забрал навсегда к себе в Лапландию нашего всероссийского дедушку, забрал совсем, без права переписки. А, например, дорогой Ради Фаритович с утра уже продал свой вертолет, а на вырученные деньги строит школу в Новом Сибае или делает еще что-то полезное. Нам и остается ведь только надеяться на чудо, потому что, судя по всему, только чудо спасет нашу многострадальную родину. В общем, дорогие соотечественники, с Новым годом, с новым счастьем, с новым чудом. Давайте отдохнем, давайте повеселимся, если это возможно, а там будет видно.